Начали, да, да. Танчик! Готовы! Танчики! Танчик едет! Давайте, падай нахуй! Не ссать, блядь! Быстро, быстро, быстро! В боевой порядок! Давайте, парни, всем удачи! Пижак, вы выдвинулись! Плюс принял! Плюс, плюс, в движении, в движении! Плюс принял, работать! Стэнджи. Колено! 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 Пижак, я экипаж танка целый, как принял? Экипаж танка целый, это факт, подтверждаю, экипаж целый! Танк подбили, о, танкисты уходят, танкисты уходят! Вся операция подготовлялась, типа, скажем так, ситуации... Самого штурма уже, так сказать, выходили из них просто на месте. Столкнулись с тем, что там было снизилось и надо было ползти. Рок, я колдун! С3, С2 плюс! Я такой, в чем дело? Типа, спрашиваю парней, они говорят, типа, надо ползти, и убегаю на бустер. Дальше есть огонь. Прибивай! Я просто вижу, как выбегает противник и кидает в нас гранату. Вон там, там, понял? Выйди на шайку, узнай за мураху, она чистая или нет. Цель граната! Граната! Движение, пас! Очень долго на месте. Там контроль тоже. Блядь, толкнул нахуй, выйди на связь.
Прошло, не прошло, повтори. Да, Саня. Блять, там красный, надо сейчас вызывать эвакуацию. Близик. Ваха, ваха, я прием. Слушай внимательно. Сейчас берешь пулемет торнадо, работаешь с ним. А торнадо скажи, чтобы он брал пулемет Они, понял? Вез. Давай. Колдун, колдун, тебе помощь надо восполнять. Минус, минус, у нас все целы, продолжаем работу. Плюс, плюс, красавчики, продолжайте. Зачищено, будь в готовности, прием! Давай! Давай, выйди на мураху! Достань гранату! Гранату в этот блиндаж! Что с толстаком мне достать? Приказа 6, как принял. Не, стой! Тут все, С6 зачистили, двигаемся дальше. У нас 300, в цели 300. Принял тебя. Ваха на стрекозе 300, красный, как принял. Нужна эвакуация. Суббота, первая пятерка пошла. Кто 300? Зим! Я
башку! Снимай! Пленный! Пленный! Взял все! Все, такие! Руки! Руки вверх! Руки вверх! Ничего нема с собой! Там кто-то ще є! Только ты один был! Руки! Руки вверх! Руки вверх! Вызови двух людей сюда! Все, руки вверх, чтобы я бачу! Автомата нет! Все! Зачем вы сюда пришли? Сколько вас тут вообще? Внимание, левый сектор! Внимание, левый сектор! Движение! Вперед! Парни, пидоры поплыли! Дожимаем, дожимаем их нас! Что, где? Где болить? Я не бачу ни черта, друже! Сейчас, сейчас! Сейчас! Что там в боку? Я не можу ему броник, блядь, снять его, сука! На чем ушла? Куда попала, скажи? Нога десь тут! Боже! Я просто підбігав до бійця, надавав йому до медичного. І прибігала група евакуації, і викликав хижак. Братик, давай, живі! Викликав групу евакуації, яка прибігала, забирала і евакуювала хлопа. Бля, братик, держись, пожалуйста. Давай, Боже. Доставай глухо. Лопата есть? Лопату кинь мне. Где? Пойди по трассе, просто кинь. Дышит. Це були мої перші штурмові дії. Зим, спасите його, блядь, пожалуйста. Ты его садишь, я держу за руки, я мотаю бандажом, давай. Сильно вытекает, смотри. Мне кажется, потампонировать надо. Его надо вести сейчас. Зафиксируй его бандажом. Посапали, посапали. У него... Суббота, выдели два человека, брат. Надо вынести тяжелого, тяжелого. Нужно его спасти. Когда ты хлопцам даешь допомогу, он тебе потом там... Братуха, пожалуйста. Сильно хематомаз. У него все легкое залито. Сука. Желез. У него есть шанс, брат? Да, конечно, у всех всегда есть шанс. Желез. Челес. Я сейчас возьму тебя за руку, если ты меня слышишь, пожми меня руку немного. Пожми руку, если слышишь. Челес. Плюс, плюс, поэт, я хижак. Я не чувствую. Брат.
Пацаны, выносите все равно. Давайте, да. Пацаны, пробуем. Там же зим пошел, все нормально. А, вы его поднимаете. Давай. Шелест, братан, живи, блядь! Сука! Взяли его в штилу! Парни, вторая группа, дочищайте, дочищайте! Погнали! Не в курсе! Сука, еще прыгай! Ебать! Давай, давай, давай! Питер живой еще был! Да? Да! Прок, смотрите, блин, дожи внимательно! Пропустили Питер! Ебу! Хуй его знает, походу нет. Бля. Бля, здорово, да? Да, нормально. Все, бля! БК красный, прок, БК красный, есть рация бизнеса. Равлик. Хижак, хижак, я пун. Противник готовится зайти в кишку, как принял. Принял, принял. Как принял, про. Суббота в окопе, в окопе! Суббота, суббота, продвигайтесь, продвигайтесь, нужно заменить наших. Их БК красный. Давай мы сидим в пидорских окопах. Но зато весело. Давай, где Шелест, брат? Сейчас идем. Туда пулемет выставить? Туда, да. Плюс. Контрольте, брат, растяни там людей. Плюс. Контрольте, тот Франк, растяни там людей. Суббота, где твои? Где еще твои? Туда. Давай, туда, туда, парни, не теряемся. Да,
Ему скажи, чтобы он держал и встречай резерв. Там 5 человек. Они в твоем распоряжении, растягивай. Да! Заряжайся пока! Еще гранату дайте! Куда раньше? Затягу сильно! Прикройте! Хижак, я прикрывайте фланги на север, как принял, на север. Принял. Харон. Я Хижак, прием. Как там блиндаж, где он был? Блиндаж справа был. Повзи назад. Репарации передают, что вызывают танк. Контрольте, пожалуйста, дороги, все подъезды. Хижак, мы все слышим, передаю дальше, все контролится, небо контролит все, как принял. Плюс принял, если вдруг танк появится на горизонте, дайте знать, как принял прием. Надо проверить блиндаж. Ебать, мне в плиту попало. В начале. Здорово. На стрекозу. Смотри, там в начале лежит пулеметчик наш, контролит фланг. Понял? Да. Ему скажи, чтобы он держал и встречай резерв. Там 5 человек. Они в твоем распоряжении, растягивай. Отсюда, да? Да, не дальше. Все, плюс. Хижак, стрекоза зачищена. Выстраиваем оборону по возможности. Оказываем помощь 300-м. Руку ваши вызовите, нужно пацанов эвакуировать. Уже выдвинулась. Смотри, противник пытается обойти кишку и зайти вам в фланг, я так понимаю. Контрольте фланги! Фланги! Как я понимаю, со стороны мураш плюс. При самом сумме тупо. Блять, один человек нахуй потерь. 2-300. Говорю, при самом... Не, бля, хотя при давай. При самом штурме? При самом штурме один человек хотел всего. Мы слышали, мы же, блядь... А потом тупо арта просто, я завалил ебало, нахуй. Пизда, меня нахуй, я не знаю, сколько раз контузило, блядь. И когда я слышу, разве что типы там передают, что они контужены, думаю, ебало. Я не знаю, как мне это трехсотило, типа, его, блядь, ему вообще пуля прилетела, блядь, в жилет, нахуй, тупо. Я, короче, да. До этого думал, нахуя плитоноски носить, ебать, тупо что. А оказывается, носить нормально. Надо чуть-чуть раздеться. Было весело. Хижак, короче, да. На связи, Хижак. Плюс-минус нормальное. Мы отодвинулись. Людей расставили, как я проговаривалось. Подожди, да не, нормальная, плюс-минус. Да, там этот. Назад, сзади, давайте. Люс, я принял. Хоть один, сзади. Да, там надо делать. Да, плюс еще один пленный. Францев коробочку с нами там.